Вешает, нет, вначале клеит наклейки на вазу. Что ты клеишь, Оля? Снежинки, да, снежинки, олень, елка, игрушки. Левая клеит снежинку. Красивые снежинки. Это я У нас клею. живая голубая елка. Ветки, правда, от нее. Она живая? Она живая, да, Оля? Ну, это настоящая, она не искусственная. Настоящая голубая елка. Настоящая? Да, Оля? Покажи, какая снежинка. Ой, какие красивые снежинки ты вешаешь. Оля, а стрекозу ты будешь наверх вешать вот эту, или я повешу, ты куда Да хочешь? я. Давай ты, куда ты хочешь? Давай, стрекозу вешай. Я хочу. Это не стрекоза, это А, бабочка. это Это бабочка. бабочка, какая Бабочка, да. стрекоза? Бабочка, куда будешь вешать? Я хочу тут. Чуть повыше, да? Ой, как красиво, Оливея. Ой, Очень классно. красиво. Очень красиво получилось. А еще есть игрушка. Большая новогодняя Играет? игрушка. Вот эту хочешь повесить? Да. Давай. Красивый. Вот так красиво. Да, очень классно. А где Мороз? Дед Мороз потом. Вначале игрушки надо повесить. Нет, которые раскопают Дед Мороз. Игрушка Дед Мороз у нас нет такой. У нас только круглые есть. Не, которая напоет. Красивая игрушка получилась. Дед Мороз, вот же твой. Вот он. Который поет, ты хотела сказать. Да. Нет, Оля, надо выше вешать. Рядом нельзя вешать игрушки. Они должны быть в разных сторонах. Видишь, ты повесила рядом. Надо сюда вешать. Уже наверх. Можно я? Можно, только надо вешать их чуть-чуть подальше друг от друга. Оля, очень красиво. Осталось один. Одна. Нет, Оля, выше вешай, выше, выше. Да, вот так, давай я помогу. Во, вот так, вот так, или мама тебе. Сюда, вот. Ой, как красиво, Все, Оливейя! вот так теперь красиво, Оля. Включи свет, Оля. Ну, Почему? включи, пожалуйста. Мне нравятся огоньки просто. Ну, потом выключим. Включи, чтобы было видно на канале. Вот так вот. Молодец, Оливия.